Пески, рыцари неба. В кинотеатре имени Довженко прошла встреча с творческой группой одноименной документальной картины и состоялся премьерный показ фильма. Кинолента «Пески. Рыцари неба» режиссера Катерины Стрельченко – красноречивое продолжение фильма «Реквием» «Иловайск. Рыцари неба», который вышел в 2015-м. «Пески» – наиболее горячая точка фронта, где обстреливали украинские подразделения с 2014 года. Именно в поселке Пески с июля 2014 по август 2015 года героически обороняли подступы к Донецку бойцы 1-го добровольческого подразделения, а ныне полка «Днепро-1». Плечом к плечу они сражались и несли службу на легендарном блокпосте «Республика Мост», где оставили на стенах свои знаки, символы и позывные. В документальной киноленте 13 историй про героев-защитников поселка Пески и 2 рассказа о бойцах, погибших во время наступления российской армии на Новоазовск возле Мариуполя в августе 2014-го. Кинолента состоит из многочисленных интервью с родственниками павших героев, а также воспоминаний побратимов. Їздили по всій країні, багато міст відвідували, шукали свідків, шукали родичів, друзів загиблих бійців. Все запам'яталось. Люди у нас дуже чудові. Дуже в кожній історії є щось особливе. В кожній історії, окрім втрати і смерті, є і любов, кохання, і дружба, і вірність, і мужність. Тобто там в фільмі багато всього. Просто треба вміти читати між строк. Запорожье – седьмой город страны, в котором демонстрировалась картина. После премьерного показа в нашем городе она продолжит свой путь по городам Украины.